Всем привет! Сегодня будет очень короткое видео по поводу недавно узнавшей такой функции мобильного телефона на андроиде. В общем, если кому интересно, речь пойдет о обычном режиме, который многие уже давным-давно использовали, но я о нем узнал совершенно недавно. Итак, поговорим мы сегодня о наборе текста. Значит, что нам для этого понадобится? Нам понадобится, чтобы у нас на телефоне была гугловская клавиатура и чтобы у нас был подключен интернет. То есть дальше что мы делаем? Мы просто заходим в мобильный телефон, в любое приложение, там, ну, допустим, это будет Google Chrome. В Google Chrome мы открываем браузер наш, ну и, соответственно, клавиатура у нас выплывает в запросе. Далее в правом верхнем углу у нас значок микрофона. Если мы на него нажмем и произнесем какую-то фразу, то эта фраза будет записана. Ну, то есть там, скажите, пожалуйста, погоду на сегодня. Вот так это выглядит. И дальше уже поисковик нам выдаст погоду. Ну, тот запрос, который мы сделали. Но самое интересное в этой фишке другое. То, что мы можем зайти в любой мессенджер, там, допустим, и сделать ввод текста. То есть, привет, любимая, как ты добралась на работу? И отправить сообщение. Как вам такая фишка? Удобно, просто, и не нужно заморачиваться по поводу клавиатуры, набирая там жестами, свайпами или еще чем-то этот текст. Вот так, легко и просто. В общем, кто не знал о данной фиче, пользуйтесь. Для таких старперов, как я, это самое то. Вот и все. На сегодня всем пока. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья. До новых встреч!